Всем привет! Неожиданно мне подвалило 300 монеток. Ну, то есть за 100 побед их дали. За 100 побед, представляете, какая опытная девушка. И поэтому мы сегодня открываем следующий квартал. То есть я планировала уборку сделать по квартире и, в общем, всякие такие домашние развлечения. Но уборка подождёт. Мы сегодня играем. Пофиг на уборку. Да. Ура, ура, ура. Я получила это даже быстрее, чем... Ах, счастье сколько. Слушай, я могу купить? Нет, следующий, нужно только по очереди. Ну ладно, давайте купим. Ура, ура, ура. Не могу рассказать, как вам, как я рада. Вы мне напишите, за что еще можно монетки получить. Или там ссылку дайте. Если еще квартал мне нужен. Квартал мерзости целых 4 босса. Лоскутики шли из того, что осталось от игроков, в сухую проигравших на арене. Это про меня. Так, что у нас? Уничтожаешь существо. Я не знаю, что у нас будет. Я хочу попробовать обычными своими стандартными этими картами, с колодами поиграть. Так, могильщик, вообще классная штука. Так, вот это тоже полезняшка. Вот это не полезняшка, в жизни я не буду использовать. Так, хотя, вы знаете, если брать вот на единичку, он как бы... ну, то есть, когда у тебя всего один кристаллик, чтобы это... Вот, у меня кошка забралась... всего один кристаллик, чтобы вывести, то вкусный зомби, он может и не сильно восстановить здоровье, потому что обычно, когда в самом начале здоровье, это 30, и больше, и не больше. Это как вариант. А, нет, не буду его пользоваться. Стенающая душа. Тут тоже непонятно, сколько, в чем польза. А, может быть, просто если когда там заморозили, вот... Вот это для ледяных всяких магов. И два таких чудика. Ну ладно, давайте попробуем поиграть. Вообще, наверное, им хорошо играть магом с кучей заклинаний. Вообще, говорят, магом хорошо играть во всех. Маг рулит во всех. Ну, конечно, наверное, не на 16 уровне. Попробуем жрецом поиграть. Не знаю, что там это мне даст. Нас разнесут в пух и прах. Я даже не знаю, какая у меня там колода. Что давно жрецом не играла. Антуин и Лоскутик. Все очень плохо. Хочет поиграть. Свет дарует мне победу. Это хорошая штука, хорошая штука, хорошая штука. А, так, ну видите, у нас ни одного нету этого существа. Еще и монетка, то есть я хожу вторым, да? Классно. Круто. А у него существ нету. Да вы что, интересно. Но у меня все равно нету никаких карт. Ноль, а на два что я могу взять? Ничего. Да, то срочно надо переделать колоду. Очень полезно. Так. Ой, блин. Вообще не полезно. Скопировали, да? 10 карт. Ой, нет, я не хочу играть этой колодой тут. Так,
Назад и идем брать колоду. Так, ну вот с лечением, ну блин. Никерю, фазарение, близ шутик. Что у нас интересного есть? Да. Вот это хорошее. Может, охотников на него? Питомцы, урон, голодный конюк. Хотя вот это не полезно. Так, чародейские стрелы, маг. Что у нас с магом? О, кислотный слизнюк. Хотя, ну, это на ход лишит нашего парня действия. Это нам не надо здесь. Интеллект чародея надо. Кольцо льда. Ну да, мы можем заморозить, по идее. Так, это нам не надо. Раздвоение надо. Хорошая штука. Не надо. Надо. Сумеречный дракон. Надо. У нас один. Так, 4. 4. Да, один. Надо провокаторов понабирать. Набираем на работу провокаторов. Так. Не знаю, пусть будет. Еще ни разу не пробовала с ним играть нормально. Так. Урон заклинания плюс один. Кстати, урон заклинания надо поискать. Так, лазурный дракон. Да, всего один. Снежная буря. Будет волна огня. Не поможет. Так, провокация. Так. Ну, давайте посмотрим общую колоду. По ходу дела решим. Так. 0-1 всем. Так. Рывок, хорошая штука, маскировка. Он может убить существо за 4 или так. Маскировка тоже неплохо. Давайте маскировку возьмем. Кстати, маскировка — это неплохая идея. Попробуем с ней поиграть еще одну. Так, можно, в принципе, накачивать существо всякими бафами. Хотя бафы у паладина. Поэтому... выбрать маскировку на более высоком уровне. Боевой клич. Нехорошо. А мы таких несколько. Так. Огонёк. Так, божественный щит. Это вообще бесполезно. Но все равно возвращается. Хотя на один ход он будет без него. Я не помню, сколько очков надо было для его оружия. Мне кажется, не полезно. Так. Mm.
О, вот тут эти хорошие. И яйцо, где яйцо было? Хотя зачем? Яйцо. Угу, пусть будет яйцо. Это рывок. Да. Растительный щит. Лучше с рывком, наверное. Можно вот уничтожить. Да, урон 5. Так, это я не уверена, что... Это хорошая штука. Только надо набрать с предсмертным хрипом. Так, маскировка. 2. Там была девушка сумасшедшая с рывком. Лазурный дракон. Так, ладно, попробуем этой колодой. Приключения. Интересно, слышно, как кошка мурчит? И лоскутик! Лоскутик хочет поиграть! Не стоило напрашиваться. Вот, хорошая идея, да? Зачем у меня это? Я же вроде собирался убрать. Блин. Это надо вместе на 4. Блин, вообще второй. И сразу бац меня в лицо. Так, сколько у нас? 5, да? Семеро смешная баба. Кошмар. Даже 4 монетки или 3 плюс 1. Ой, как все плохо. Мне не хватает маны. Ох ты, блин. А, вот это ну да. Ну, прочность уменьшит, блин. Больше не хочешь играть? Это бестолку, блин. Зря я этого делала. Так, 2. Чё надо? Новое оружие сейчас возьмет. И без толку. Все проиграем.
Блин, ну так долго. Умирает, неинтересно. Так, что, значит, мне нужны вместо этих штук, мне нужны побольше блокировок. Мэнго. Почему-то не пришло. Где у меня вот это? Ну, тебя. Зажигатель слизи. Да, вон, воды. Это... Огненный шар, тропический монтаж, рассадник на Walking Dam. Раздвоение, кольцо льда, зачем мне вообще? Я, кстати, его так и не пробовала. Может, действительно он влияет на всех существ? Не пробовала, блин. По-моему, нет. Так. Это неплохо, если он противника тоже замораживает. Так, что у нас с маскировкой? Рывок, по идее. Побольше. Ладно, давайте попробуем. Но мне кажется, надо побольше этих провокаций. Блин, я вот думала, я убрала. Так. А если получается мы кислотного слизняка выводим? Хотя мы его выводим на 3, и на 3 у него уже сразу новая штука. Так, что у нас? Хорошо, давай попробуем это. Он не может атаковать, он может, в принципе, уничтожить мое существо. Хотя, что это было? А, он не атаковал, получается. Хорошо. Два... Рывок, или это у нас еще нету? Плохо, что у нас ничего больше нету, никаких вариантов, кроме этого. Так, ладно. Ай.
Две копии лучше, чем один, чем одна. Так, сюда, сюда. Можно было еще уборочного голема. В принципе. Окей. Так. Я вот думаю, 5. Одного не хватит, не хватит. Долбанет, а если 2, то он не сможет ничего сделать. Блин, оно не это мне наносит урон. Блин, какое же заклинание замораживает и героя еще. Я думаю, морозит. У этого какая способность? Крабулус. Это новый прототип для армии гигантов. На тебя-то мы его и опробуем. Хм. Не знаю. Давайте посмотрим, что у нас есть из... магом. Другой. Зеркальные копии. 2. Чердейский стрел. Блин, не знаю. Так. Я не знаю, есть ли у него оружие. Так, солдат, золотой земля. Это у нас есть? Есть. Телект чародея. Кольцо льда. Так. Я не знаю, давайте попробуем сыграть такую колоду. Мне кажется, для него лучше такое что-то, что урон наносит без размещения в существенном поле. И... Крабулус! Мясо! Не стоило напрашиваться. Даже не знаю. Что-то мне нехорошо. Держимый ползун или провокатор. Чё надо? Thank you.
Маскировка, окей. Провокация и что? 2-2. Так, что? Маскировка, это мы возьмем. Зеркальные сущности, конечно, не вариант. Нужно что-то атакующее. Откуда у вас 5? С хладнокровия? Печальная штука. Ребенка. Так, что у нас есть? Ракетчица. Вот это хорошая штука. Но потом я опять 10 потеряю. Ай, блин, один. О, нет. Рано. Чё надо? Его тоже убивать, что ли? Сколько карт? Это ж кошмар. Так. Два. Да, надо персонаж с хилом брать. Отлично. Так. Надо молодой ракетчицу выводить. Кстати, не рубское яйцо надо взять. Печальная штука. Купим, классно. Останется, 5 бахнем. Сюда у меня забахает 5, 9, 4. Может, выжил.
Ой, блин. Кошмар какой. Думала, смогу. Но нет. Тоже такую карту хочу. Что-то мне нехорошо. Эта партия заходит. Думаю, побольше яиц взять. И пауков. Моя коллекция. Так, одержимый ползун. Две штуки есть, ни одна не вышла. Так. Постоянный урон наносит, поэтому этих нужно. С как он называется? Хрип. Давайте на хрип сделаем. Так. Ты, думаю, пойдешь сюда, ты сюда, ты сюда, ты сюда, ты сюда. Нет. Хорошая штука. Это попробуем. Никогда не играл. Так, что у нас осталось? 7 еще, да? И возьмем магическое, что? Не знаю, нужно ли нам это кольцо льда, хотя может пригодится в конце. Да, да, да. Один. Волна огня, 4 ровно все персонажи. Пробуем так. Смотрим, что он сейчас на выпадает. И Гроболос. Мясо. Не стоило напрашиваться. Интересно, если это с
этим смертельным, что если он кладет, то есть я кладу. В общем, ладно. Когда умирает, что вы кладете в руку две его копии. Да. Что я первая? Хорошо, но все равно у меня никакого варианта нет. Это клево. Я думаю, монетка будет за мной. Берешь, вызываешь слизняка, потом бафаешь его. Где лицензию копию? Вообще офигенная штука. Интересно, это все время делится или только первый раз? Наверное, первый раз. Так, что? Владыка смерти. Я уже могу вывести. Так. Можно попробовать. Смерть меня не страшит! Не рубское яйцо, хорошо. Так. Что? 3, 1, нет. 2, нет. Умри! Ну это 7, да? 2, 2, 1 урона. 4, 4, 1. 1 у нас на 1 ничего нету. Три, да? Хорошо. Я беру так. Умирение. Когда ваше существо умирает, вы кладете руку в две копии. Размен. Очень хочу это. Нестабильный вурдалак. 2, неплохо. Так, что? Ну, давайте вурдалака найдем. И... вот так сделаем, да? Что погонящий делает 2 урона всем персонажам? Вот всем? Ну, не очень. Ладно. Еда. Хорошо. 5, 5 и 2.
Нет, 4 и 4. Давайте 4, 4 увидим. Хотя нет, давайте 4 и 3. Примкни к нам или умри. Можно одновременно. Превращение. Неплохо. Давайте волну огня делаем, что ли. И заморозим парня. 7 и 1 у нас будет. Больше у нас несколько волн огня. Охладись. Ясно, так. Изрыгатели слизи. Ядовитое облако. Ужасно. Оно меня травит. Охлади траханье, мой друг. Безумные ученые. Еще работать и работать. Хорошая штука. Глут у нас ест лишних зомби. Кстати, мне кажется, что из тебя вышел бы неплохой зомби. Спасибо. Так. Ничего себе. Не знаю даже, как с этим играть. Пойдемте сменим в колоде мага. Секрет... О, нет, не секрет, а вот это у нас новая карта. Парень, который кладет секреты на стол. Давайте поменяем ее на что-нибудь... Я думаю, не рубское яйцо нам уже не нужно. Хотя... Верните мне яйцо. Так. Волна огня, нестабильное нерубское яйцо, чердейский взрыв, ледяная стрела, могильщик. Непонятно, насколько он полезный одержимый, ползун, так, раздвоение, лыка смерти. Так, я же его хочу на 2-2, можно, да, все? Кстати, нестабильный вордалак нам не нужен. Ой, еще одна. Маг. Зеркальные стрелы. Пробуем такой. Колодой. Непонятно еще, что мне делать с этим. Что один-один все делает. Наверное, бы больше рывков в колоду сделать. Шайна! И... Глут! Не стоило напрашиваться.
Могильщик. Да. Польза бешеная. Я вторая. Нет, я первая. Я просил зомби сожрать твои мозги. Они сказали, что не могут питаться воздухом. Какой ты злой дядя. Так, один, потом два, и он станет один, мне сделает. Нет, не сделает. Потом я вызываю это дело, и он получает один-один. Хорошо. Крики мертвых придают мне в теории. Силу. Огненный шар. Так, вызываем Неруба. И два даже наносим урон, отлично. Ну не знаю, что у меня еще есть с пресмертным клипом. А, блин, надо было этого голема. Почему я от него не получаю плюсики? Безобразие. Оружие уничтожает. Три урона и замораживает. Хорошо. Замечательно. Наносит 6 урона. Ну да, уже может это дело делать. Превращение. 1-1. Хотя тогда мы не получим этого дела. Так. 4, да? Замечательно. Так, два, блин. Это... Я не могу так не сделать. И уже не хватает. Ну ладно, зато мы можем делать сюда. Замечательно. А, ну он будет жить еще один ход, если этот по нам не бацнет. Бацнул. Тут элементаль воды. Что? Так. Кто из вас опаснее? Так. Бацнем это 2, потом будет. У нас будет 4 и 4. Этого в овцу превратим. Хорошо. А, он уничтожит соседа. Отлично. Так, и элементали выводим. А, хотя прикольная штука, рядом него, с ним ставишь яйца и... Он их уничтожает, и челюсти. За проигрыш Глуту дают достижение. Я уверен. Так, что превращаем в овечку? Хе-хе-хе-хе. Так, и что у нас 3? Ну, ладно. Смерть меня не страшит. Что может быть лучше истребления? Ну, разве что заморозка крови в жилах. А почему он меня убрал этот? Почему у него стал... А, здоровье всех существ равно одному. Точно. Печально. Что? Два. Рудница всем. Всем персонажам. Так.
Надо было того, хотя теперь можно этого атаковать. Так. Всем существам противника. Так, 1, 1, 4, 5, 6. Не получится ничего интересного. Смерть меня не страшит! Вот так. Кто-то сейчас не сможет атаковать. Потому что заморожен. Так. 6. Что? Так. 4, 5, 6. Еще 4 у него. Ну да. Давайте этого бацнем. Я хочу, чтобы он был в замороженном состоянии. Кажется, я зря не походила в самом начале. Бесполезная карта, как по мне. Интересно, ее можно будет разобрать. Он живой! А вот ты скоро этим похвастаться не сможешь. Так, и здоровье. Надо выбирать существа с одинаковыми. Посмотрим, что у нас там с коллекцией. Существа. Так, зеркальные копии. Прибьют нафиг. Так. Нам нужно на один. Ну да. 2, 1. Да, 2 хотя бы. Не знаю, может стоит... взять провокация где-то у нас. Не знаю, есть ли у него там оружие или нет. Урон от заклинаний вообще хорошая штука. И жизнь у него одинаковая. Так, ладно. Нерв пускается тоже неплохо. И ползун неплохо. Чердейский взрыв. Ладно, давайте так попробуем. Играем. Блин, я как-то не взяла провокации побольше. Ну ладно. Посмотрим. Так. И... Адиос!
виноваться. Не стоило напрашиваться. Здравствуй. Убью. Спасибо. Убью. А, он первый ходит. Ну ладно, ходи. Сейчас ты умрешь. Темная штука. Нерубское яйцо. Вот так. Дело сделано. Спасибо. Огненный шар. Думаю, тут тоже так экспериментами заняться. Еда. Так, потом он этих штучек материализует. Нет. Все еще будет, что минус одна единичка будет, что ли? Так. Еда. Интересно, какого следующего существа будет. Так, 2 и 3, да? Четыре, я не могу вывести существо. Еда. Так, ладно. Не трогай свечу! Дело сделано. Проклятые готовы сражаться. Понял эту хитрость. Больно. Я им покажу! Я им всем покажу! Дело сделано. Черт, надо было это взять.
Мне не хватает маны. Я еще раз сыграю с ним этой колоды. Это проигрываю, мне так прям хочется еще раз сыграть этот колод. Еще раз, пока я именно ей не выиграю. Шайна и Тадиус. Я должен повиноваться. Не стоило напрашиваться. Дают мне сил. Сейчас ты умрешь. Я им покажу. Замечательно. Еще два нерусских яйца, и все будет замечательно. Хотя, да. Может, они умеют. Такое ощущение, что стол вниз уехал. Так. Что? Четыре разыгрываю. Три разыгрываю предсмертных рыб. Два. Меня не страшит! Так,
Что осталось на 3 на черде? Один урон в 7. 3 невозможно. 2. Моя судьба предрешена. Так, я его бью, потом он меня бьет и умирает. Моя судьба предрешена. Ты прям забываешь, что ты можешь сделать. Так, идем этого дела. Нет, я это уже не могу, да? Печально. Хотя давайте это увидим. Это увидим. Чудесно. Еда. Это нечестно. Должна носить. Еда. Вовремя. Ну или не очень так. Еда.
беда. Макс Раманс принадлежит нам. Так. Не трогай свечу! Еда. Так. Смотрим. Думаю, баснуть его или нет. Еда. Лучше бацнуть. Еда. Да. Блин, а. Да, была в этой штуке. За короля лича! Тебя до этого бахнуло, боже. Фиг тебе. Ай, ты посмотри! Скотина. Нет, я все равно вот так пройду. Этой колодой. Придут лучше карты. Я обязательно его пройду. Сейчас ты умрешь. Сейчас я умру. Кстати, кажется, в прошлую игру вообще ни один секрет не пришел. Макс Рамос принадлежит нам. Я хочу такую карту. Не знаю даже, стоит это пробовать или нет. Так, ладно. Я им покажу! Я им всем покажу!
3. Случайного урона. И у нас еще два, еще безумный ученый. Так, ладно. Не трогай свечу! Не, ну, может, зря, конечно. Сейчас опять побафается козел. Проклятые готовы сражаться. Проклятые готовы сражаться. Так. Я им покажу! Я им всем покажу! Моя судьба предрешена. Хорошо. И что у нас 4 еще осталось, да? И это. Я им покажу! Я им всем покажу! Надо было один сюда. Ну ладно, сейчас он поменяет значение и... Ну да. Почему он бафает их, а не меня? Печально. Так, что там у нас? Хватает маны. Ой, блин. Глупцы! Моя судьба предрешена. Моя судьба предрешена. Моя судьба предрешена. Моих баф нет, надеюсь. А толку. Thank you.
За короля лича! Семь и три. Ну да. Тоже вывести. Так, ладно. 6, 6, 12. Будет еще 10. Останется 2. Еда. Ну. Ура! Ура! Мы сделали это не слишком элегантно, но мы это сделали. Незваный гость. Это была последняя капля. О, у нас открыты классовые испытания. И не кассовые, а классовые. Пошлите поиграем в испытаниях, посмотрим, что там нам дают. Что тут? Вот, клёвая штука. Так. Испытания. Воин. Хорошая штука. Жрец. Тоже хорошая штука. Ну ладно, играем. Здесь удобно. Сразу дают карты. Не надо думать и выбирать, какую шоколадку выбрать. Я должен повиноваться. Свет дарует мне победу.
Зачем это мне нужно? И зачем это мне нужно? Ну, опять этот парень, блин. Вкусный зомби я все равно не буду призывать. Хотя, если ты в самом начале подлечишься, то этого никто не умрет, да? Сейчас ты умрешь. Да, буду бить, бить, а потом подлечу. Лечение, окей. Да. И ничего. Я должна на 5 его и больше, чтобы толку тебе было так. Два добавляем. Получается 6, урон будет 6. Потом он меняет, и он меня убивает. Даже не знаю, что тут делать. Сектанта, что тут делать? Не хотел себя получить, вылечить. Ну ладно. Да, да, сейчас его подлечим, будет 30 у него. Толку от всего этого телодвижения было, не знаю. Так. Прикольно. Так, что у нас? Атака у нас здоровье. 5. Маловато, маловато. Предрешена. Поэтому идем бить тебя. Как это печально. Чувствую, меня сейчас и забьют. 2 или меньше 6. Что парня призовем, да? Слизняка, да? Печалька. Блин, опять?
Надо было его убить раньше. Как козлина. Мексно. Да? 8 7 8 9 10. Да, все, мы умерли. Вы издеваетесь, да? Все бесполезное, кроме этого. Дело. Сейчас ты умрешь. Три, два, здоровье удваивает. Неплохо. Будет 8. Удваиваем здоровье, а потом... Нет, мы в этом раунде это не сможем делать. Здоровье. И менять местами. Ну, не знаю. Проклятые готовы сражаться. Еда! Это, то мы убьем этого, а если это, то мы ничего не сделаем полезного. Ладно, так и здоровье. Ага, и он поменяет их атаку здоровья, и он будет 4 урон делать. Мой новый рецепт. Это у меня будет 4 тогда. Здесь куриная штука. О, можно выбрать, да?
Интересно, такое бывает? Еда. Да, блин. Черт. Я забыла, что у него это качество, что он все меняет местами. Козел. И думаю, такая поменяю в следующем раунде. Хрен называется. Это был один шаг до выигрыша. Как я плохо играю. Проклятые готовы сражаться. Применить к этой цели. Тебе понравится мой новый рецепт. За короля лича! Блин, надо было подлечить. Ца. Проклятые готовы сражаться. Ой, как я ужасно играю. Еда. Нельзя применить к этой цели. Блин. Еда.
Я изменю твой разум. Блин. Победу! Меня не страшит! Еда! Thank you.
чудесно. Чем раньше мы его убьем, тем лучше. Так, отвлечемся. Повинуйся. Проклятые готовы сражаться. Да, он не особо. Я изменю твой разум. Тебе понравится мой новый рецепт. Дело сделано. Так. Mm-hmm.
Не торопи меня. Что? Хорошо. Как-то мне не очень понравился. Хорошо и хорошо вообще. Вообще хорошо. Ну, пока что не рубы. Это не круто. Офигеть. Кого мне убить? Кого мне убить? Я не могу сыграть эту карту. Почему? А с неполным здоровьем. Ладно. Дело сделано. На бафере, на бафере. А мне что делать?
хорош! И... Гробулус! Мясо! Победа или смерть? Атаку! Кого мне убить? Мой клинок жаждет крови! Хватает маны. Thank you.
Отведай моего предмета! На заказ. Мой клинок жаждет крови. Пора пустить кровь. Дело.
говорит за меня. Что мне делай мне боль. Клинок жаждет крови. Говорит за меня. На заказ.
Мой клинок жаждет крови. Пора пустить кровь. Дело сделано. Кого мне убить? Я не могу больше ждать ответа и моего клинка. В атаку! Отведай моего клинка! За нас, жата! В атаку! За нас, жата! Дело сделано! Блин, оно лечится и все, блин. У меня кончились карты. Ничего себе, бывает такое? Прикольно. Так. Броня на заказ. Кого мне убить? Хорошие получили топорики. Все пройдены. И я думаю, квартал закончен. Печально, но героически мы играть не будем. Ладно, я думаю, всем спасибо, что были со мной. Всем удачи и пока. Встретимся в следующем квартале.